Добрый день, уважаемые зрители, гости моего канала, подписчики, друзья. Хотел бы обсудить с вами такую тему, как приговор Одесского суда такому активисту, как Стерненко в Украине. В Одессе прошло заседание суда, на котором суд вынес решение осудить Стерненко к 7 годам лишения свободы и конфискации половины его имущества. Как вы относитесь к такому решению? Каким, так сказать, последствиям приведет это решение? И что ждать от самого Стерненко и от власти? Как она будет, так сказать, сопротивляться протестам против этого судебного решения поклонниками Стерненко, и будут ли эти протесты вообще? Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого решения и что бы вы хотели пожелать Стерненко.